Чего? А это еще что за развлечение на букву А? Сейчас узнаешь. Пошли! Ура! Выходное! 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 Сереж, ну выходной, дай поспать! Вот именно выходной! Ты обещал, что выходной мы проведем вместе! Хорошо, сейчас оденусь и пойдем на детскую площадку. Чего? На детскую площадку? Туда я могу сходить и сам. А чего ты хотел? Чего-то особенного. Ага, сейчас почищу зубы и устроим отдых по алфавиту. Класс! Я жду тебя в гостиной. Вообще-то я пошутила. Зачем я это сказала? Мам, тяни букву. А правила? Как обычно, тяну букву и придумаю задание. На каждое действие минимум 30 минут. Согласен. И давай тянуть будем по очереди. Окей, только тогда кто вытягивает, придумывает задание. По рукам. Тяни ты первое. О, спасибо. Выпей кофе. Чего? Мне нельзя кофе, ты же сама говорила. Тебе нельзя, а я не завтракала. Я пошла пить кофе. Время для каждого задания не менее 30 минут. Помню. О, вот теперь можно и начать выходной. Ну, наконец-то. Теперь моя очередь тянуть букву. Я не умею играть в Nintendo. Не переживай, я поиграю за тебя. Моя очередь. Тяни. С. Что можно будет придумать на С? Сделай что-то своими руками. Класс, прямо как весла. Не бурчи, это же весело. Но дома закончился загуститель, поэтому радуйся аппликации.
своими руками кораблик из бумаги. Давай! Какая красота! Все круто! Я тяну новую букву! Ну ладно, пошли! Ездить на самокате! Нет! На улице жарко, и я не умею кататься! Мам, да ладно тебе! Я тебя научу! Пошли! Вот смотри, становишься одной ногой, второй отталкиваешься и держишь равновесие, ничего сложного. Ну да, вроде получилось. Фух, ноги устали, если честно. Кинь, мам, твоя очередь. У, уточка. Какая еще уточка? Ну аттракцион такой, паровозик, уточка. Пойдем покажу. Я уже большой. А вообще неплохо. Моя очередь тянуть букву. Ну давай, тяни. О, это же батут. Алло, я же не буду прыгать на батуте. А я буду. Мам, иди ко мне. Я? О, нет. Моя очередь тянуть букву. Если честно, я уже устал отдыхать. А, аквазорбинг. Чего? А это еще что за развлечение на букву А? Сейчас узнаешь. Пошли. Понятно, не знал, что эта штука так называется. Классно день мы с тобой провели. Но только хотелось бы чего-то особенного. Давай азбуку. П. Что же можно придумать на букву П? Ты время видел? Поужинаем и спать. 9 часов вечера, не хочу спать.
ехать куда-то уже поздно. Снимем вторую часть. Точно! Ребята, давайте наберем 10 тысяч лайков, и мы снимем для вас вторую часть выходной по алфавиту. И чтоб в жизни было веселей, подпишись на Фастер Гейм!